В лицее номер 13 имени Расула Гамзатова города Каспийска на базе детского технопарка «Кванториум» состоялся круглый стол по развитию профессиональной траектории учащихся. Присутствующие обсудили ключевые аспекты сотрудничества между учебными заведениями и крупнейшим на юге страны промышленным предприятием АО «Завод Дагдизель». Мероприятие было направлено на обеспечение успешного перехода молодых людей от обучения к трудовой деятельности. Участниками круглого стола стали директор лицея Алина Ханамирова, ректор Дагестанского государственного технического университета Назим Баламирзоев, генеральный директор АО «Завод Дагдизель» Александр Зверев, руководитель детского технопарка «Кванториум» Марат Гусейнов, а также педагоги. В рамках мероприятия было принято решение о заключении договора о сотрудничестве между заводом «Дагдизелем» и лицеем номер 13 детским технопарком «Кванториум». Согласно договору, ученики технопарка получат возможность посетить музей завода и ознакомиться с его деятельностью. Также обсуждались планы по обеспечению эффективного перехода учащихся от обучения в «Кванториуме» к ДГТУ и последующей работе на заводе «Дагдизель».